7 лет тюрьмы грозит Амичу за неосторожную езду на велосипеде. В прокуратуре подготовили для передачи в суд уголовное дело 52-летнего мужчины. Его имя пока не разглашают. Как удалось доказать следствию, в августе прошлого года мужчина спровоцировал аварию, в которой погибло 2 человека. Переезжая в неположенном месте через улицу Заозерная, он подрезал легковой автомобиль. Управлявший им мужчина попытался уйти от столкновения, но не справился с управлением и, вылетев на встречную полосу, врезался в газель. Водитель легковушки, его пассажир погибли на месте. Уголовное дело расследовалось в течение 2 месяцев в связи с проведением автотехнических экспертиз. Вину обвиняемый в ходе расследования уголовного дела не признал.